Легкий французский юмор – то, что нужно в хмурые будни поздней осени. Артисты Ивановского музыкального театра готовят горожанам подарок – премьеру комедии «Брак по-французски» по мотивам пьесы драматурга Жоржа Фейдо «Дамский портной». Первый спектакль состоится вечером в пятницу. Спектакль переносит зрителя в атмосферу вечно молодой и противоречивой Франции с ее страстными влюбленными и темпераментными парочками, головокружительными романами, флиртом и интригами. Несмотря на то, что пьеса была написана в XIX веке, актуальности своей она не теряет. Десятилетия спустя людям по-прежнему интересна чужая личная жизнь и постель. Думаю, что в наше, ну как сегодня принято, депрессионное время, все когда без настроения, я думаю, что посмотреть, прийти, всей семьей просто отдохнуть, она без претензий. Здесь нет никакой определенной психологии. Ну, вот такая. И в результате получается, что самый крепкий – это французский брак, несмотря на то, что все в течение времени хотели друг друга пофлиртовать, изменить, но все остались, так сказать, ну, не буду рассказывать всю фабулу. «Брак по-французски» – комедия положения, легкая и светлая, которая поднимет настроение любому. Изящной иронией и колкой сатирой пронизаны все диалоги. В ней звучит прекрасная музыка Александра Журбина. Персонаж мой – это мать молодых героев. Для меня роль – это сложная, но интересная, потому что я такие роли только начинаю еще осваивать. Чем, как работать над ним? Пока трудно идет работа, но что получится, это будет видно на сцене. Основных действующих лиц 8. Задействованы артисты балета и оркестр. Зрители увидят зажигательный канкан и насладятся чарующими голосами артистов, как говорится, вживую. Чьи юные года, пора любви, свободы и надежды, совсем не занимали нас тогда. Проблемы денег, крова и одежды. Театралы отмечают, ивановцы очень соскучились по постановкам музыкального. На сцену артисты выходят не так часто из-за ремонта в здании театра. Может быть, поэтому, а может быть, потому что премьера обещает быть невероятно интересной, билеты на первые два спектакля уже распроданы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.